нами навсегда и уйдут с нами только в могилу. Повторю, это неотъемлемое право людей. Оно основано на историческом единстве само по себе. Да, это почти произошло. Мы же помним 90-е, страшные 90-е годы. Является безапелляционно убежденный Запада в том, что его цивилизация неолиберальна. Кто не с нами, тот против нас. Странно, даже все это звучит. Глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник.